Сезон только начинается, но внимание уже пристальное. Глаз да глаз нужен не за теми, кто работает в поле, а за самим урожаем. У каждого сборщика должно быть очень острое зрение, чтобы не просмотреть ни одной ягодки. Вот так, ящик за ящиком, набирается многотонный урожай. Хорошо, что здесь такая работа есть для наших девушек, женщин. Не надо никуда уехать, свою семью бросать. Здесь работаем. За эту работу нам платят каждый день. Дают клубнику домой нести для детей. Азиза, Джоли. На 12 гектарах краснеют множество сортов клубники. А ранее на местах плантации здесь были непаханные десятилетиями земли. Возродить их решил местный житель, меценат Тигран Абдулгамидов. Сам провел на несколько километров свет, провел воду. И самое главное, вот слышим голоса, довольные, радостные голоса местного населения, которым есть куда идти недалеко от своего дома, зарабатывать, кормить свои семьи. В сборе клубники здесь задействовано около 50 человек. Все они жители села Рукель. Это хозяйство способствует не только развитию аграрного сектора, но и создает рабочие места. Своевременная оплата, каждый день получают деньги. И мы довольны, и они довольны. Каждый вечер там как бы клубнику тоже забирают домой. Сезон здесь, уверяют фермеры, продлится до наступления холодов. В дальнейшем хозяйство намерено увеличить площади, затем выйти на крупные торговые сети. Планы большие. Поддержать в начинаниях местных фермеров обещает и Минсельхоз. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Дербентский район.